Потихонечку. Фиска много барахла. Пит, я спряталась у входа. Готова действовать по твоему сигналу. Хорошо. А что в той папке? Почему она так нужна этим парням? Записи по так называемому дыханию дьявола. Фиска наняли построить для этого секретную лабораторию. Не знаю, что это такое, но оно напугало Фиска. Он сравнивает дыхание с ящиком Пандоры. Фиск редко пугается. Пора вытащить тебя вместе с папкой. Держись. Лучше помолчать. Вот так. Соберись, Пит. Умоляю, не бейте. Так, тут чисто. Где эта бабка? Клянусь, я не знаю. Я же сказала, тут была журналистка. Наверное, она его забрала. Да, прошу, поверьте мне. Пожалуйста, умоляю, пожалуйста, пожалуйста. Ничтожество. Потихонечку. О, а у Фиска много барахла. Комнату за комнатой. Сначала одну, потом следующую. Ну вот и все. Нет, пустите! Энджей! Ах!
мной! Нет. Прячься! Брать заложников нехорошо, ребята! Ого! А что за светящаяся фигня у вас на руках? Вы что, призраки? Никогда не дрался с призраками! С духами как-то дрался, но, знаете, технически это разные вещи. Все призраки — духи, но не все духи — призраки, понимаете? А, похоже, это что-то энергетическое, а не призрачное. Ну и ладно, поохочусь на привидений как-нибудь потом. Разминочка. Что-то древнее. Кажется, я знаю кое-кого, кто поможет узнать, откуда это. Я говорила с Крейгом. Вы не тот репортер, которого он прислал. Вы не из культурного наследия. Я этого и не говорила. Что ж... Мэри Джейн Уотсон, Дейли Бьюгл. Вы не напишите ни строки о том, что вы Расскажите, видели. Расскажите, вы знаете, что украли эти мужчины в масках? Это... я не... А о том, что Фиск долгое время сбывал на аукционе краденые вещи? Наш адвокат свяжется с вашим редактором. У Мика? Что, 6 месяцев не было? С каких пор Мик стал итальянцем? Без понятия. Но я рад, что он еще готовит фри. Точно. Лучшее в городе. Ну, как там работа в Бьюгл? Ну... В общем, Робби только что прислал мне гневное сообщение о моей сегодняшней выходке. Похоже, меня ждет встреча с юристами. Снова. Брось. Как только он прочитает твою статью, он тебя повысит. Так. Жуткие парни в масках. Что думаешь? Рядовой вечер в Нью-Йорке. А ты? Как будто за этим стоит что-то большее. Но хватит о моих делах. Как твои успехи? Ты получил то повышение? Нет, но мы подошли к чему-то серьезному. Ты ведь знаешь, что во скорбь тебя мигом возьмут? Один звонок Гарри и... Знаю, но доктор Октавиус может помочь миллионам. Я занимаюсь тем, чем хочу, тем, чем должен. Звучит, будто это важнее другой твоей работы. Не слышала от тебя таких слов. Многое изменилось. Зачем ты позвал меня, Пит? Ну, просто поужинать, как друзья. Друзья. Мы теперь друзья? Ну, мы можем ими быть, если ты не против. У нас чемодан прошлого. Да, верно, но что в этом плохого? В чемодане же может быть и хорошее, например...
Деньги или ключи, или клубничный бальзам? Ты помнишь, почему мы расстались? Это вопрос с подвохом, да? Спасенный сиреной. Поговорим потом. Иди. Рад видеть вас снова вместе. Вы двое мне всегда нравились. Привет, это я! Что там с теми, кто идет по третий? Наш друг Герман Шуль снова взялся за старое. Шокер. Он же только что вышел. Ну, похоже, он не исправился. Не страшно. Герман просто тюфяк. Ночью загоню его в Райкер. Я только что спас свою бывшую от преступников и поужинал с ней. А теперь охочусь на маньяка, который бьет людей электрошоком. У тебя совершенно нормальная жизнь, Питер Паркер. Всем постам, гражданским лицам нужна помощь на месте аварии. У нас вызов из театрального квартала. Питер, пожалуйста, убедись, что не оставил в лаборатории снаряжение для твоего друга. Я ничего не имею против, но если снова нагрянет комиссия по грантам... Не волнуйтесь, док. Я взял за правило ничего там не оставлять. Но я знаю, что мой друг ценит, что вы заботитесь о нем. Многие не слишком его любят. Ты про этого фигляра Джеймсона и его паству? Я тебя умоляю. Те, кто вершит великие дела, не дают таким судам стоять у себя на пути. И мы не дадим. С вами трудно не согласиться, док. Пока. Открыть огонь! Ладно, пора спасти тех, кто застрял там. На помощь! Прошу! Всем постам! Вооружение!